Слепую крысу посадили на незнакомое место. Угу. Где ей не пахнет. А вибрисов у нее почти нет. Передвигаемся ползком. Ну, она по-пластунски ходит, да. Так, Шерри, ты мы лысу снимаем. Ты шо ж ты не попадаешь-то? Сейчас мамочку ее посадим, Зюзюку. Ну, кстати, она пришла еще меньше. Зюзюка! Была. Была Зюзюка. Зюзя, иди сюда. Не хочет она набегать. О, все, пролетела. Что-то там промелькнуло. Так, все, Зюзюка на мне уже. Угу. Все, Ташка нашла место, где ее не трогать. Ага, там крысы были. Там были родные крысы. Ну как? Ну как ты нашла коленки-то, ну? Ну вот как это снимать? Тут Ташечка. А Зюзюка сидит у меня на руке, на котором у меня фотик. Так, Таша, ну не вот ты сразу на коленки-то лезешь, ну. Чуть-чуть, все, лизать. Шеречка, моя деточка. И мимо просвистел кот. Котик пробежал. Котик ловит муху. Я сейчас продемонстрирую очень хорошую растяжку моих сухожилий. Ты куда пошла, Шеречка? О, нормально, шпагат. А, то есть засек, да? Угу. Зюзь, скажи, от тебя пахнет чужой крысой. От меня пахнет вообще много кем. Высые. Вообще, мама и дочка. На штанинные, как это правильно сказать-то, на штанные крысы, ай, это не совсем то видео, которое я хотел снять. Филя тоже хочет гуляться. Ну, иди.